Всем привет! В начале видео я вам хочу рассказать одну интересную историю. В принципе, из-за нее я и решил записать этот видос. Значит, дело было так. Вы все знаете, что у меня есть свой телеграм-канал, и там в описании есть ссылка на какого-то ноунейма. Райан1 YouTube его зовут. Так вот, очень многие думают, что это я, но на самом деле это был мой аккаунт, но мне там очень часто спамили где-то по 50 сообщений в день. И я решил отдать его своему менеджеру, который сейчас отвечает там на вопросы по рекламе, записывает идеи для видео и так далее. Но я туда сам захожу очень редко, чисто там по делам, чекнуть, что происходит. Так вот, однажды я обычно не читаю сам сообщения, мне это не надо просто, я не общаюсь ни с кем. Но я заметил одно очень странное сообщение, где человек называл меня ботом и вызывал на дуэль. Говорил, что там типа ММА он вынесет, меня тоже 5-0 на изи. И я подумал, блин, а почему бы не согласиться? Почему бы не записать вот настоящий видос, то есть без всякой постановы, показать вам, что из этого получится? Человек этот общался вообще совершенно некрасиво, но я понимал, что это скорее всего шутка, поэтому ладно уж, ничего страшного. В общем, он продолжал там себя вести как токсик, и мы наконец-то спустя 2 дня договорились о том, чтобы снять ролик. Ну, так скажем, согласовали время. И там в последний момент он написал одно интересное сообщение, что его основа сегодня улетела в бан. Ему придется играть с твинкой. Вот это вообще очень интересно. Я хотел посмотреть там на его аккаунт, думал, ну типа жесткий он, не жесткий. А оказывается, его основу забанили. Ну не знаю, возможно он все это придумал, но скорее всего так и есть. Потому что ну такого не бывает, что именно в тот день, когда мы решили снять видос, его вдруг неожиданно забанили. Он даже не объяснил причину. Поэтому человек этот очень странный, я уверен, что видос получится интересным. Начинаем. Ну что, ждем, ссылку я ему уже кинул. Так, зашел какой-то Демерио. А это не наш, точно. Это тот самый токсик, 100%. Это он зашел. Да, это точно он, я вас на изи. Да. Слушайте, по-моему, это даже не твинк. По-моему, это основа. Но у него ник такой же в телеграме. Я что-то не понимаю, типа, что он хочет? Он прикалывается? У него 14к, и он хочет нас всех вынести? Ну, блин. Посмотрите просто. Что это? Это очень слабый аккаунт. Из клуба команда лягушек. Идеальный клуб просто. Подходит для него. Это твинк. Ну, не знаю насчет твинка. Похоже, что не твинк. Так. Ну что ж. Ой, какие плохие слова тут пишут в чате. Вообще ужас. Ну, в принципе, я ему уже все объяснил, можно начинать дуэлиться. Как вы думаете, он вообще кого-то вынесет? Я очень сомневаюсь. Сейчас узнаем, кто это такой. Может быть, это вообще какой-то жесткий топ, который нас всех раскатает. Не исключаю такой вариант. Ну, я поэтому и стал записывать этот видос, потому что может получиться что-то интересное. Сейчас он на своем любимом кольте против воробья. У воробья где-то 40 тысяч кубков, если что. Так, ну что, воробей? Давай, гоу. Давай, воробей. Не, что такое? Воробей! Не стой на месте. Давай. Так, Демерио уничтожил кактус, но такое себе на самом деле. Типа, у воробья, наверное, другой гаджет. Так, нормально. У воробья позиция получше. Хорошо, давай, простреливай. Замечательно. Но он пока что все равно побеждает воробей. О, да! Давай, добивай! Еще немного до ульты, я уверен. Так, воробей, давай, я в тебя верю. Осторожно, давай. Ульта! Все, ему конец, он не продержится. Хорошо, воробей лучший просто. Давайте вот так. Но он столько мне писал, что я там бот, раскатает меня, а он не смог даже воробья вынести. Вот скажите, вы ему верите, что у него были лаги? Лично я нет. Зачем он вообще зашел против нас дуэлиться, если у него 14 тысяч кубков? Если что, я в конце буду против него дуэлиться, поэтому не переживайте. Я думаю, тоже его раскатаю. Кстати, давайте покажу вам эффекты на этот скин.
на этом скине. Они вообще очень классные. Так, смотрите. Просто топ, согласитесь? Я чисто из-за этих эффектов и купил этот скин. Ладно, сейчас у нас Оливье, у которого 25 тысяч, поэтому погнали. Я думаю, тут будет больше шансов у Димерио, но все равно я верю в Оливье. Давай, Оливье, выноси его. Этого бота. Так. А, пока что... О, Оливье, давай, давай, поджимай, поджимай его. Хорошо, гаджет. Так, а у него другой гаджет вообще. Что лучший, просто лучший. Все, изи вин. Слушайте, ну я не знаю, как-то слишком быстро. Опять этот Димерио слил. Что, блин, он просит переигровку, серьезно? Да, слушайте, ну я так и думал, примерно вот так будет. Я так и думал. В общем, это обычный какой-то мой подписчик, видимо, который хотел попасть в видос, у которого 14 тысяч. Либо есть еще один вариант, что у него реально лагает, но это так, маловероятно. Кстати, смотрите, у меня еще один скин на Биби тоже решил взять, по совету подписчиков. Этот видос можно назвать «Райан 24 часа хвастается скинами». Ладно. Так, сейчас он против четверга. У четверга, по-моему, сколько? 38 тысяч. Ну, в общем, ему будет тяжело. Погнали. Так, давай, Димерио. С дизлайком начинает игру. Димерио пытается давить. Вот это, кстати, опасно. Ой, сколько он пропускает урона. Что? Я не понимаю просто. Почему так изи? Его все выносят, вообще все. Он играет очень слабо. Блин, неужели у него реально 14 тысяч кубков? И он хотел задуэлиться с моими сокланами. Это же вообще, ну, бред полный. Это же понятно, что он всем сольет. И мне тоже. Так, ну ладно, раз хотел видос, все, попадай в видос, Димерио. Унизили Токсика, или как назвать ролик лучше. Ну да, унижаем Токсика 24 часа, так и назову. Сейчас он EQ еще сольет, потом против меня, наверное, уже. Так, он сразу отдает гаджет, очень опасное решение. Так, EQ, что? Подождите, а как он вынес? Или он притворялся все это время, не понял? Подождите, у меня что-то пропало желание против него дуэлиться. Подождите, он притворялся все это время? Типа, специально играл как нуб или что? Я что-то не понял. Договорились с ним сыграть 3 катки, ну типа до 2 побед. И он выбрал Ниту, это вообще жесть. Какая, блин, Нита? Но это его выбор, поэтому ладно. Надеюсь, что не солью. Но он как-то затащил EQ в прошлой катке. Поэтому вроде как он нормально играет все-таки. Хотя непонятно. Может, повезло. Так, ладно, давайте я кидаю смайлик и все. Можно начинать, гоу. Так. Он прячется просто. Ай, блин. Как на нити попадать? Ай, ай. Блин. Блин. Что? Он меня вынес. Слушайте, ребят, он притворялся. Он притворялся все это время, он умеет играть. Я так и знал, что это какой-то прикол. И типа он не может так тупо сливать всем. Так, ладно, попробуем на Би. Надеюсь, что получится. Так, ладно, начинаем. Так, давай. Так, попал, попал, попал. Все, 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 можно идти, можно идти. Ай! Все! Изи! Ну что, до свидания, Токсик. 1-1. Блин, я что-то испугался. Я надеюсь, я сейчас не солью ему, иначе это вообще будет позор. Надо все-таки постараться выиграть. Так, ладно. Опять токсичит. Да что это такое? Как же он мне надоел? Все, надо его выносить сейчас. Сейчас соберемся. Так. Ладно. И... гоу. Блин, я забыл гаджет. Блин, я забыл гаджет тот взять. Ой-ой-ой. Все фигово. Так. Почти, почти. Добить, добить, добить. Изи. До свидания. А почему так изи? Не почувствовал, если честно. Просто самая легкая игра в моей жизни. Да.
2-1. Я его затащил. Да ладно, это была шутка, я и не хейтер, и не токсик. Короче, ребят, я так и думал, это мой обычный подписчик, который специально называл меня ботом, чтобы попасть в ролик. И на самом деле я предполагал, что вот примерно такое получится, просто я хотел вам показать, ну типа вот, что будет, если согласиться с человеком на дуэль, который мне такое пишет. Ну да, я так и думал, кубков у него мало, играет он так себе, как-то повезло ему два раза с EQ и со мной на нитах. Но в целом он играет хуже нас. Ну, в целом. Вот, но получилось, как получилось. Пишите в комментах, понравился вам этот ролик или нет. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.